Ряд роскошных форм и упругих ягодиц открывают красотки в категории фитнес-бикини. Как говорится, к пляжному сезону готовы. Однако такие изгибы тела дорогого стоят, рассказывают участницы. Самодисциплина, правильное питание и постоянные тренировки в зале. Никаких излишеств, все как тренер прописал, по граммам высчитанное. Курочка, рыбка, каша. За кулисами царит волнение. К выходу на сцену готовятся мужчины. Кто-то продолжает упорно тренироваться, а кто-то гримирует контуры своего рельефа. У меня руки подняты, чтобы сохнуть. Ну, вы расскажите, что за краску вам нанесли сейчас? Это грим, профессиональный грим. Чтобы лучше мышцы на сцене были видны. Мне нравится. Мне нравится совершенствовать себя, мне нравится работать над своим телом. Абсолютный победитель в категории бодибилдинг. Мужчины, вне зависимости от весовой категории, получают главный приз. Это 20 тысяч рублей и вот такая золотая статуэтка в виде Арнольда Шварценеггера, который в свое время стал эталоном атлетического телосложения для многих культуристов. О том, что возможности человеческого тела безграничны, доказали участники в категории спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата. Раньше я был бальником, спортивные бальные танцы. Занимался 10 лет, а потом решил попробовать что-то новое. И вот смотрю, недавно началось бодибилдинг на колясках. Тренировки, как и у всех, 3 раза в неделю, где-то примерно 2 часа. 19 категорий и 2 абсолютных первенства. Более сотни лучших спортсменов из разных регионов Сибири. Критерии оценивания для каждой категории разные, но одинаково строгие, рассказывают организаторы. В женских категориях очень важны пропорции. Там нельзя сделать так, чтобы там девушка выиграла, потому что у них больше всех мышц. А что значит красивые пропорции? Это 90-60-90? У наших девочек бывает даже круче. Да, то есть 60 – это уже слишком широкая талия. Для бикини считается, да. То есть там от 50 начинается. Абсолютной чемпионкой края в категории фитнес-бикини в этом году стала Евгения Сидельникова. В артистическом фитнесе – Анастасия Гриценко. В категории атлетик победил Денис Ершов, а в классическом бодибилдинге – Александр Рябинин. И это далеко не весь список призеров и победителей. Ну а в следующий раз продемонстрировать свои прокачанные тела сильные мужчины и эффектные дамы смогут уже на Кубке России, который пройдет в Петербурге в апреле. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.